Здравствуйте, вы смотрите новости 5 канала. В студии Кристина Кущи. И в начале выпуска коротко о главных темах. Мы спим, нам сыпется на лоб. В зале видно, там не заклеены. Там просто штукатурка сыпется нам прямо на лицо с детьми. Жители одной из двухэтажек Канска бьют тревогу. Их дом рушится у них же на глазах. Получили инвентарь вот на данный момент. Мячи волейбольные, мячи футбольные. 2 300 000 рублей будут потрачены на приобретение спортивного инвентаря и оборудования в населенных пунктах Канского района. И вот высадили нас на необитаемый островок, весь в моды травах и цветах. В библиотеке имени Чехова прошла театрализованная постановка «Русские характеры» Петра Проскурина. И в начале выпуска хотелось бы внести коррективы во вчерашний выпуск новостей. Была озвучена информация о хищении денег главным бухгалтером Канского детского дома. Однако женщина работала в другом учреждении по воспитанию детей-сирот, за что приносим извинения сотрудникам детского дома, а также нашим телезрителям. Жители одного из аварийных домов Канска боятся того, что в один из прекрасных дней окажутся под завалами кирпичей. Двухэтажка на улице Красноярская, 29, рушится буквально на глазах. Условия, в которых людям приходится жить, стали невыносимы. Мы меняли вот, ну, в этом летом батареи. У меня висят ведерки. Здесь отекет, это я уже тут сама. Батарея стоит на полу, потому что крючок невыносимо подсоединить. Все валится. Видите, дети палкой ударили просто насквозь. Просто палочкой долбанули. В нечеловеческих условиях приходится жить Светлане и ее малолетним дочкам. В квартире жуткая сырость, стены обросли плесенью, а кирпичи мокрые насквозь. Бабушка скоро ко мне свалится. Это мы вот подзаклеили. Мы спим, нам сыпется на лоб. В зале видно, там не заклеены. Там просто штукатурка сыпется нам прямо на лицо с детьми. На честном слове держатся и батареи. Окна плачут, приходится обогревателями хоть немного просушивать квартиру. В результате чего поступают нереальные счета за электричество, при том, что проводка просто-напросто уже не справляется. Прям ночью слышишь щелпок, чпок, прибегаю, у меня дети здесь спят, а я туда ухожу ночью. У меня просто под телеком огонь горит, я халат снимаю и накрываю. Это просто из-за перепадов, ну, вот этого вот электричества. Оно как-то само по себе живет дом. Своей жизнью. Это просто уже невыносимо. Эта розетка не работает, также сгорела. А вот так, собственно, выглядит снаружи угол квартиры, в которой проживает семья с детьми. Несколько лет назад он не выдержал и рухнул, но тогда его восстановили. А сейчас он вновь сыпется. С другой стороны, стены двухэтажки также не выдерживают. Кирпичи вываливаются из дома. Заколачивать приходится самим жильцам. Ведь 4 года назад управляющая компания от них отказалась. Моя квартира... Трещины стали, даже спица большая, вот настолько проходила сквозь. Так снежанка моя задела, что-то клеила, мазала, задела вот эти, вот она мне задела. Потом зять самосвал, этот лесовоз пригнал, на него лестницу ставили, и она там замазывала. Балкон вообще летит, стеклопластик, все окна вставили, сначала такая дырка образовалась в нем. Мы пошли, нам новый поставили. Потом трещина, все окно пошла. Состояние двухэтажки изрядно потрепало нервы людям. Последней каплей стало, когда они остались без холодной воды. Я просто хожу к соседям и докапываюсь до них. Дайте с этими канистрочками, дайте мне воды, дайте на суп, дайте на чай. Я хожу туда. Не в туалет сходить, как в деревянном доме. Даже с этой проблемой вы куда обращались? Что вам сказали? Мы звонили в администрацию. Первый раз нам приехали, сделали за 3000. Второй раз... приехали, я не знаю, кто договаривался, но, наверное, библиотека уже сама. Сделали ровно на, наверное, часа полтора. Через полтора часа воды опять не было. А теперь мы звоним в водоканал, они говорят 5000, чтобы отогреть батарею. Звоним в ЖКО, она на меня орет, диспетчер. То трубки бросает, то звоните руководству. Звоним в администрацию, администрация говорит, мы договоримся с директорами. Вот договорились, что мы все выходные опять без воды. Еще в 2020 году собственники за свой счет признали дом аварийным. Расселить людей пообещали до декабря 2024. Сейчас сроки сдвинули до 2026. Данная ситуация вынудила некоторых жильцов распрощаться со своими квартирами, съехав на съемное жилье. Сегодня в многоквартирном доме проживают лишь Светлана с двумя детьми и пенсионерка Валентина Николаевна. В администрации от официального комментария отказали, но в устной форме пояснили –
Сроки были сдвинуты по причине того, что дом был признан аварийным после 2017 года. Поэтому он попадает во второй этап по программе переселения, который стартует с 2025-го. Кристина Куща, Александр Минеев, телекомпания «Канск», Пятый канал. В Канском районе продолжается развитие спортивных клубов по месту жительства. В этом году, благодаря достижениям инструкторов, населенные пункты вновь получат средства на обновление инвентаря. Подробности расскажет Юлия Олейникова. Маргарита Тараненко – инструктор физкультурно-спортивного клуба «Юность». Одна из тех, про кого говорят, живет работой. Под ее чутким руководством дети играют в волейбол, настольный теннис, выполняют нормативы ГТО и занимают призовые места на различных соревнованиях. Вообще, как бы в этом клубе я катаюсь на лыжах, а учусь я уже, ну, вот как раз Маргарита Николаевна еще идет в школе. Вот, в принципе, мы учимся в школе играть в пенербол. Она раскрывает секреты спорта, помогает, если где-то что-то не так. И... она хороший тренер. Волейболом я занимаюсь с 12 лет. Тренировала сначала у нас в МБОУ Сотниковская СОЖ, потом стала ходить, когда приехала Маргарита Николаевна сюда заниматься. И вот набралась опыта. Примечательно то, что под началом Маргариты Тараненко тренируются не только дети, но и взрослые. С одной лишь разницей – молодое поколение нацелено на результат, на победы в различных соревнованиях. А старшие спортсмены делают это больше ради удовольствия. Занимаемся уже внушительное время, так уже более 13 лет, можно сказать. Ну, всеми видами занимаемся, приходим в футбол, играем, там, волейбол, здесь тренажерка там у нас есть, в тренажерку ходим. Но, тем не менее, как-то культурно развиваемся, так скажем, даже несмотря на возраст. Активность инструктора не осталась в стороне, в том числе и благодаря вкладу Маргариты в работу спортивных клубов Канского района. В прошлом году району уже были выделены деньги, часть которых пошла на обновление и приобретение нового инвентаря в селе Сотниково. Получили инвентарь вот на данный момент. Мячи волейбольные, мячи футбольные, сетки баскетбола, волейбола. Планируем флорбол запустить. Получили два тренажера, велоргометр и силовой стандарт. В этом году спортивная школа «Олимпиец» также получает внебюджетный трансфер на поддержку клубов по месту жительства. 2 300 000 рублей вновь будут потрачены на приобретение спортивного инвентаря и оборудования в населенных пунктах Канского района. Этот трансфер нами, Канским районом, получен за то, что на регулярной основе сборные команды Канского района принимали участие в краевых мероприятиях, в том числе в разновозрастных фестивалях ГТО. Плюсом ко всему, три наших инструктора, Павел Васильченко, Денис Церих и Маргарита Печерская, приняли участие в конкурсе краевом на лучшую постановку физкультурно-массовой работы с населением. И все три одержали победу. Причем Павел Васильченко уже в декабре месяце представлял Красноярский край в этом направлении на российском уровне. Всего в Канском районе 15 физкультурно-оздоровительных клубов по месту жительства. Практически в каждом из них работает инструктор. Большой плюс, что занятия в данных клубах абсолютно бесплатные и доступны любому желающему. Юлия Олейникова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», Пятый канал. Сразу после небольшой рекламы вас ждет блок коротких новостей и другая полезная информация. Не переключайтесь. Требуется новый провайдер. Надежный интернет и легендарное телевидение от Орион Телеком для самых чрезвычайных ситуаций. В АО «Красэко», город Канск, требуется начальник службы коммерческого учета, инженер по режимам и балансам, техник службы коммерческого учета, электромонтеры. Обращаться по телефону 8-923-782-4404. Электромонтер по испытаниям и измерениям. Телефон 8-929-333-93-15. Диспетчер. Телефон 8-929-333-89-70. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей. Телефон 8-929-333-91-23.
У предпринимателя из Филимонова полицейские изъяли контрафактную табачную продукцию на сумму 2 миллиона рублей. Мужчина незаконно приобрел немаркированные акцизными марками табачные изделия разных зарубежных фирм. Товар, предназначенный для дальнейшей продажи, он хранил в принадлежащих ему гаражных боксах. Более 11 тысяч пачек. Минимальное наказание, которое грозит мужчине, это штраф в размере до 800 тысяч рублей. Максимальное лишение свободы на срок до 6 лет. Красноярец решил полакомиться красной икрой, не заплатив за нее. Сотрудник одного из супермаркетов по камере видеонаблюдения заметил, как мужчина с прилавка берет икру и распихивает по карманам куртки. Злоумышленника задержали и передали стражам порядка. Полицейские выяснили, ранее мужчина таким же образом уже вынес с магазина данный продукт. В общей сложности за два раза он украл 25 банок красной икры на сумму более 7 тысяч рублей. Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы. В Красноярском парке флоры и фауны Ройф-Ручей проснулся белокоготный медведь Памир. Назад в берлогу косолапый не собирается, греется в ласковых солнечных лучах. Сотрудники зоопарка шутят, в Сибири приход весны предсказывают вовсе не сурки. Поэтому пробуждение хищника свидетельствует о скором наступлении весенней поры. Телекомпания «Канск» «Пятый канал» расширяет свои возможности. 7 февраля жители Канска могут смотреть наши новости в эфире телеканала 360 в кабельной сети оператора «Орион Телеком» на 28-й кнопке. Время выхода оригинала программы «Новости» в 20:00. Оставайтесь в курсе событий, происходящих в нашем городе. Актуальные новости, объективный анализ и эксклюзивные комментарии о важнейших событиях Красноярского края. Региональный дайджест. Каждую среду сразу после новостей на Пятом канале. В библиотеке имени Чехова вспомнили советского писателя Петра Проскурина. К его 95-летнему юбилею в зале литературных встреч прошла театрализованная постановка «Русские характеры Петра Проскурина». Подробности расскажем далее. И вот высадили нас на необитаемый островок. Весь в молодых травах и цветах. Давайте, Таня, отделимся от всех, поговорим. Тут же подошел к нам писатель с маленьким букетиком сиреневых цветочков. Ведущие мероприятия рассказали зрителям о нелегкой судьбе писателя и о его невероятном таланте. На сцене были театрализованы отрывки из романа «Судьба» и повести «В старых ракитах», а также некоторые фрагменты из биографии Петра Проскурина. В постановке участвовали студенты Канского политехнического колледжа, сотрудники Центральной городской и молодежной библиотек. Все посетители остались в полном восторге. Я даже в самом начале чуть ли не заплакала. Молодцы, девчонки. Мы-то, конечно, читали книги. Нам тоже около 80 лет. Очень интересная театральная встреча. Молодые взрослые, выступающие на сцене, поразили нас своей игрой, представляя героев вот Проскурина. Нам очень понравилось. Впечатление огромное. Просто огромное. Настолько было приятно сегодня присутствовать. Во-первых, в этом зале я не новичок. Я постоянно хожу сюда на все эти театральные встречи, на все воспоминания. И работники вот этого заведения, библиотеки, это действительно культурный очаг. Не меньше эмоций получили и сами участники спектакля. Как они говорят, при подготовке много для себя почерпнули, а сами репетиции проходили на одном дыхании. Нет, почему не было сложно? Нет, главное донести до молодежи, кто это такой, какие произведения вообще, чтобы хотя бы одно название засело у них в голове. Мы были примером, показывали пример, что надо помнить о том, что было и будет дальше. Вот когда изучали вот этот материал, да. Для себя почерпнули? Да. Но «Седьмая стража», как бы все, что вот мы читали, также «Корни обнажаются в бурю». Но как бы сейчас некоторым неинтересно, конечно, потому что новое поколение, новые истории, рассказы и все вот в этом духе, и прошлое уже неинтересно никому, но на самом деле это все не так. Там намного все более понятнее и проще. Положительно отзываются о своих юных коллегах и опытные наставники. Я считаю, что поколение не потерянное, потому что насколько вот они влились сразу в тему, вот эти мальчики и девочки, это просто поразительно. Вот это им, ну насколько вот я видела это им близко тоже.
Данный спектакль прошел в рамках театральных сред в Чеховке, которые уже давно зарекомендовали себя как душевное мероприятие для любителей культурных встреч и даже было отмечено на региональном уровне. Зрители выразили огромную благодарность сотрудникам библиотеки за их труд, который не перестает восхищать и заряжать положительными эмоциями. Денис Шабуров, Александр Минеев, телекомпания «Канск», Пятый канал. Наши спортсмены достойно выступили на соревнованиях Сибирского федерального округа по тэквондо. Проходили они с 3 по 5 февраля в Кемерово среди юниорок и юниоров в возрасте от 15 до 17 лет. Всего за звание лучших боролись 150 ребят из Новосибирской, Кемеровской, Томской, Иркутской, Омской областей, Республики Хакасия, Алтайского и Красноярского края. От Канска выступили 4 воспитанника Канской федерации тэквондо, отделение спортивной школы Олимпийского резерва имени Стольникова. По итогам соревнований нашим спортсменам удалось завоевать серебряную медаль. В общекомандном зачете сборная Красноярского края взяла 1-е место. На этом у нас все. Сразу после выпуска новостей вас ждет рубрика «Полезно знать». Ну, а в студии была Кристина Кущ. Всего доброго. До свидания. С 8 по 10 февраля в ГДК города Канска пройдет выставка распродажи из города Пятигорск. Шубы из норки и мутона, а также дубленки. Действует акция «Меняем старую шубу на новую». С 8 по 10 февраля город Канск в городском доме культуры Ленина 10. В связи с закрытием магазина полная ликвидация товара мужской, женской, детской одежды и обуви по низким ценам с огромными скидками. Торопитесь, наш адрес Московская, 84, центральный рынок, на 2-м этаже магазина «Светофор». Для современного человека ежедневный стресс, плохая экологическая обстановка стали обычными спутниками жизни. Разумеется, со временем наш организм начинает ослабевать. К счастью, сегодня существует отличная возможность пройти профилактические процедуры для эффективного лечения целого ряда хронических заболеваний, а также успокоить свою нервную систему и улучшить иммунитет в санатории профилактории «Березка». «Березка» – это место профессионализма медицинского и обслуживающего персонала, комфортных условий отдыха, чистейшего воздуха и живописной природы. Наша реклама работает быстро и качественно. Подай объявление в бегущую строку Пятого канала, и его увидят. Телефон стола заказов 20520. Смотри новости Пятого канала в социальных сетях. Подпишись на YouTube-канал. Будь в курсе событий нашего города.